Не глаголом, но нотами жечь сердца людей намерены участники гастрольного тура концертно-театрального центра «Югра Классик». Руководитель ансамбля «Сибирь Брас» Али Садик уверен, высокое искусство сельские жители Югры могут чувствовать так же тонко, как и столичные меломаны. На данный момент даже для нас это будет даже какой-то небольшой экзамен. Потому что если люди вот с поселка, с деревень, которые этого не слышали, если им понравится, то я считаю, что мы в этом плане, конечно, победили. Специально к этому турне артисты «Сибирь Браса» подготовили новую программу «Черно-белое кино». В ходе получасовых выступлений музыканты исполнят мелодии из полюбившихся фильмов, причем как отечественного, так и мирового кинематографа. Нынешнее турне уже второе в активе артистов концертно-театрального центра. Всего же их будет 4. На теплоходе музыканты, певцы и танцоры посетят 26 населенных пунктов, расположенных по берегам Иртыша и Оби. Где-то не было 30 лет концертов, где-то не было 3 года концертов. Но самое главное, что дети, которые бегут, сломя голову, бабушки, которые идут с букетиками цветов, они несут пироги, там, ягоды. То есть они встречают нас как самых дорогих гостей. Гастрольный тур на теплоходе – лишь один из этапов фестиваля «Округ в третьем тысячелетии», посвященного 80-летию Югры. Еще запланированы автобусные туры, а на сцене концерта театрального центра «Югра Классик» пройдут выступления окружных творческих коллективов и метров российской культуры. Всего до 10 декабря 300 артистов разных жанров дадут 80 концертов. Александр Калачев, Антон Шипунов, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.